самом деле, ребят, это может показаться, что типа что? Типа Сибирь, Томск, дизайн. И весь этот форум — это, в общем, такой дружеский диалог с аудиторией, с представителями власти, с представителями бизнеса. Интересно, безусловно, интересно. Все, как бы сказал, люди, которые приехали, с кем мы здесь встретились, мои коллеги, они все профессионалы, они все со своим личным опытом. Было очень приятно, скажем так, лично встретиться с легендами промышленного дизайна, с теми, кто выполнял такие уникальные проекты, как проект «Кортеж», как проект «Ратник», промышленных дизайнов, которые работали с Ferrari, прям вот пожимаешь им руку, да, и чувствуешь, что ты прикоснулся к великому. Навыки создания бизнеса, основанные на уникальных компетенциях, они очень важны. Более того, коммерческая эффективность, в принципе, показывает ценность того, что вы делаете. Классная программа, очень интересная, как я уже говорила, очень интересные спикеры. То есть, мне кажется, есть такой баланс между современными технологиями и традиционными. Говорят, энергетика, вот это все здесь. Есть возможность пообщаться непосредственно с самими авторами тех проектов, о которых здесь было рассказано. Информация людей, которые что-то создали, и они рассказывают все на личном опыте, это очень ценная информация. Задача просто в целом сделать какой-то шаг вперед. Потому что здесь собрались люди будущего.